На завтрак вот тушу капусту с помидорами. Свежую капусту с помидорами. И сверху обсыпываю вот так вот петрушкой, укропом. Вот, она полностью овощная. Можно сказать, полная веганская еда. Вот. И вот ставлю его тушить. Буквально полчаса. И завтрак будет готов. Полноценный, полезный, витаминный. Всем доброго утра и хорошего дня, хорошей субботы, дорогие мои. Вот, готовьте вот такие полезные пищи для себя. Не только каши, но и вот такие овощные. Организм держите в полной боевой готовности. Всем доброго утра и хорошей субботы. Пока-пока.